В основной состав команды входят 40 дзюдоисток. Сейчас на татами он не полный. Часть команды уже провела сборы и отправилась на соревнования, которые пройдут 24 января в Израиле. Они дадут старт очередному спортивному сезону. Другие спортсменки продолжают подготовку к следующим стартам, которые являются отборочным этапом на Олимпиаду 2020 года. У нас много групп, много турниров, много целей, задач, подготовки, и поэтому одни уезжают на турнир, допустим, другие, наоборот, с него приезжают. И идет такая рабочая обстановка, подготовительная, учебная, где-то там и нагрузки, в зависимости от того, кто куда готовится. Соревнования проходят каждую неделю. Из основных стартов – Европейские игры и Чемпионат мира. Эти турниры являются титульными для спортсменов и несут большое количество рейтинговых очков для путевки на Олимпиаду, на которую стремится попасть каждый спортсмен. Через две недели оставшаяся часть основной команды отправится в Болгарию. Что касается юниоров, то сегодня они завершают свои тренировки. В Питере у нас будет 16 февраля Кубок в Питере. И там мы будем все принимать участие. Это первый, так сказать, наш этап, где мы должны показать результат. Главный настрой психологический, физический, и все. Все получится. Часть основного состава женской сборной по дзюдо вернется на сборы в Сочи после турнира в Болгарии и будут готовиться к парижскому гран-шлему. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.